Заходи на csgofast.ru, ставь свои предметы из CSGO и выигрывай ставки других. Вносишь скины, и по достижению максимального количества игроков и их скинов система автоматически определяет победителя. Шансы выигрыша зависят от стоимости внесенных вами скинов. Ссылка в описании, спеши. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня мы снова в CSGO, и опять мы будем открывать эти наши любимые кейсы, друзья. Ну, куда же мы без них? Кстати, вы можете видеть мой теперь новый ранг, я все-таки его поднял, как я и говорил в прошлом выпуске. И, друзья, сегодня у нас еще больше кейсов, чем обычно, сегодня у нас 35 кейсов. Ну, пожалуйста, я с каждым разом покупаю все больше и больше, потому что я хочу нож, я уже открыл, наверное, кейсов 500-600 за всю свою жизнь, и ни разу мне не выпал нож, это просто ужас. Но, кстати, очень отличные новости, давайте я вам быстренько их расскажу. Я проиграл свой нож на ставках, вообще многие свои ножи на ставках, и я даже проиграл свой M9 Bayonetta Tiger Tooth, то есть это зуб тигра, я его проиграл. Я уже был в печали, как тут мне просто присылает чувак нож, но вы можете видеть, у меня теперь статрек M9 Bayonetta зуб тигра. У меня был обычный, а теперь он статрек. Мне просто чувак подарил такой нож. Я был в шоке. Его ник Зарви. Вы можете видеть его на экране. И я его добавил везде. Я его добавил в Стиме, я его добавил в Скайпе, я с ним связался. Это просто жесть, друзья. Просто посмотрите на этот подарок. Это ужас. Это просто офигенно. Я очень ему благодарен. И да, друзья, если у вас есть какие-нибудь интересные там ножи, скины, которые вы хотите мне подарить, то обязательно отсылайте мне их, ссылка в описании. И, возможно, я с вами... Ну, невозможно, если это реально крутая вещь, я с вами обязательно свяжусь в Скайпе, добавлю вас везде. Поэтому, да, друзья, что ж, давайте мы вернемся к нашим кейсом. Спасибо огромное, Зарви. И будем открывать и надеяться, что нам выпадет фальш... Как его там перевели? Фальшон? Фальшон найф. Да, фальшон нож. Фух, поехали. Первый ключ. Выберем последний кейс. Хотя это не последний, но ладно. 3, 2, 1. Поехали. Просто будем надеяться. Кстати, надо звук быстренько убавить. И что же мы получаем? Начинается, да. Если первая оружка это синяя, то это конец. Это конец выпуска. Это просто так. Давайте мы сделаем 0 и 2, мне кажется, будет отлично. И продолжаем, давайте откроем вот этот. И вот этот, и вот этот. Давай. Нож приди, ну или хотя бы AWP Hyper Beast Factory New Star Trek. Было бы здорово. Но, что-то я слишком уж. Что-то мне куда-то понесло, я же знаю, что мне это никогда не выпадет, просто никогда. Давайте я даже еще звук чуть потише сделал, потому что это слишком громко. Так, вот этот первый кейс. Поехали. Ну же. ФАМАС. Опять эти чертовы ФАМАС выпадают. Они такие некрасивые, это ужас. Мне выпал недавно Battle Scare, тут ФАМАС, это просто ужас. Это был адский скин, это ужасно. Так, давайте вот этот, самый последний откроем. И будем надеяться на удачу. Ну. Нова Рейнджер. Просто супер. Начинается, друзья. Моя супер удача. Давайте вот это откроем. 3, 2, 1. Нож придин. Не знаю, что я сейчас сказал, но. Еще один новый рейнджер. Отлично. Закрывайся. Точнее, открывайся или закрывайся, не знаю. Мы, опять же, в конце выпуска обязательно сделаем контракты, как всегда, по нашей традиции. Время пролетело, и упадает опять еще один галил. Да что ж такое? Так, друзья, здесь что-то уже не так. Я не понимаю. Давайте подумаем. Людям выпадают... Вот есть люди, которые просто покупают там... У них есть там выпал им кейс из игры. И они покупают там один ключ. Они просто, ну, накопили, купили ключ. Они открывают. Я даже знаю такой случай. У меня, ну, знакомый знакомого сделал такую вещь. То есть, ну, выпал кейс, а не фальш, он какой-то другой. Он купил ключ, ну, там у него были деньги. Просто это был его первый кейс, который открывал. Ему выпадает Керамбит Фейт. Ну, вы сами поняли. То есть, как это? Вот как это? Я не знаю, почему. А я открыл 600 где-то. Я не знаю точно, но я вам говорю примерно. Где-то 600 кейсов я открыл вообще. И вы, вот вы можете видеть результат. Вот смотрите, вот прямо сейчас результат будет. Вот 600 кейсов, они были такие. Вот, да. Но. За что так со мной, Гейб? Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео, потому что реально, если мне ничего не упадает, то хотя бы выпадают из вас лайки. И лайки это дороже любого ножа, друзья. Я вам серьезно говорю, ваш лайк очень и очень стоящий для меня. Глок 18, Бансен, Бернер. И да, можете, кстати, поставить лайк, если вы хотите увидеть еще один интересный крафт всяких интересных новых оружек из новых коллекций, потому что я уже скрафтил М-ку, которую я прям никогда никому не отдам. Это просто она настолько офигенная. И да, друзья, возможно, я что-нибудь еще скрафчу.
Возможно, скрафчу ту самую М-ку, которая в той же самой коллекции, что и Медуза, но идет до Медузы. Фиолетовая, точнее, розовая. Розовая. Я не знаю, как она называется, но тоже вроде круто выглядит. Так, давайте смотреть. И Сайрекс. Опять Сайрекс нам начинает выпадать, как и в прошлом выпуске. И это хорошо. Если он стоит прямо с завода, то... Нет, он... О, боже мой. Он не прямо с завода, он поношенный. Ладно, ладно, ладно. Давайте откроем последний. И продолжаем. Если мне еще сейчас выпадет штук, наверное, 7 Сайрексов, то мы сможем сделать контракт. Но вы можете видеть, у него выпадает новый рейнджер. Угу. Спасибо. Спасибо за такой чудесный скин. Мне он очень был нужен. Давайте 3, 2, 1, я закрою глаза. И открою их, как только я уже слышу, что барабан будет останавливаться. Давайте, давай. Так. Вот сейчас открываем. Боже мой. Ладно, ладно, продолжаем. Вот этот, вот этот. И просто надеемся, друзья. Ну, мне еще даже ни одно красное оружие не выпадало из этого кейса. То есть не АК-47 Аквамарин, не Хайпербист ВБ, ну и не нож. То есть все у нас очень печально. Смотрите, мне даже сегодня фиолетовый не выпадает, ни одни синий. То есть мне одна, всего лишь один ФАМАС выпал, если я ошибаюсь. Вроде бы все, только один ФАМАС. И, ну, вот еще МП-9 Ruby Poison Dart. Угу. Так. Ну да, в принципе, один ФАМАС, один Ruby Poison Dart и Сайрекс. Грусть, печаль, что тут сказать. Ну, удиви меня, кейс. Черт, он плохого качества, я уже вижу. Ну ладно, ладно, друзья. Стоп. Ну да, он плохого качества, он после полевых, да? Да. Он поношенный. Yes! Да, круто, супер. Ха-ха. Мне даже кто-то отправил предложение. Сейчас я быстренько Steam отключу и продолжим. Так, ладно, давайте откроем вот этот вот кейс. Выберем вот этот. И давайте посмотрим. Точнее, выберу сначала ключ. Зачем ты сказал кейс, но... Ай-яй-яй. Ну, снова меня, конечно, кейс не удивит, я так понимаю. Да, еще один галил. А что ж с этими галилами-то сегодня не так? Ладно, вот кейс, вот ты, удиви меня. Вот удиви меня, только реально удиви. Прям вообще удиви, прям так сильно, чтобы я упал со стула. Давай. Ну. Спасибо. Отлично, удивил. Галил. О, боже мой. Мини-воллер. Так, ладно, продолжаем. А вы по хайпе плюс пролетает. И еще один USP. Торг. Торг. Мне уже реально скоро торкнет с этих кейсов. Это просто ужасно. Так, ладно, откроем последний. И посмотрим, сколько он будет стоить. Ничего он не будет стоить. Ну, вот статтрек Негев. Можно было бы потом что-нибудь с него скрафтить интересное, но... Просто посмотрите, сколько сегодня оружек. Боже мой, ну, Хайпербист хотя бы выпал хоть что-то полезное. Хотя не знаю, сколько он будет стоить, конечно, поношенный. Но надо посмотреть. Так, Торг. Угу. Окей. Еще один Торг. Ух, сегодня мы контрактик-то сделаем. Ух, какой контрактик. Так, ладно, продолжаем. Нож. Где же ты? Нет, ты не здесь. Статтрек P90. Элит билд. Элитное оружие. Элитное. Так, продолжаем. Выбираем этот. Да, выберись. И выберем вот этот. 3, 2, 1. Поехали. Крутись, барабан. И уйди. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Это было грустно. Это был статтрек ВП Хайпербист. Вот это вот реально, я бы упал со стула от такого. Это просто жесть. Это даже, наверное, будет круче какого-либо ножа. Ну, из самых обычных, которые там всякие африканские сетки, и патины и так далее. То есть это было бы намного лучше. Это, мне кажется, очень дорого бы стоило, кстати. И... Давай. Yes! Ну-ка. А, еще один поношенный, да что же это такое? Боже мой. Да, друзья, черт возьми. Фух, это было круто. Ладно, мне кажется, это давно у нас таких крутых выпусков не было. 2 АВП Хайпербиста. 2, не один, а 2. Ну, поношенный, к сожалению. Ну, ладно, все равно поношенный. Там, в принципе, незаметно, что не поношенный. Из-за красочности самого скина. Так, сколько у нас осталось? У нас еще есть, в принципе,
кейсы, ключи, поэтому давайте посмотрим, удивит ли меня еще сегодня КС Нигейп или нет. Я потом посмотрю, окупился я или нет с этими кейсами сегодня. Надо глянуть. Так, Riot, отлично. И удиви меня. Красивые такие вещи пролетели, но... Новый рейнджер. Окей. Так, у нас тут еще осталось всего лишь 5 ключей. И немного кейсов, вроде 5 тоже, или 6. И нам выпадает новый рейнджер. Отлично, супер. Окей, продолжаем. Так. Сайрикс и... опять новый рейнджер, да что ж тут такое? Сколько уже можно? Я могу этими новый рейнджерами, даже не знаю, взять изоленту и склеить, и сделать себе плот, и уплыть, не знаю, в Африку. Забейте, не слушайте меня. Я просто на радости, друзья. Мне реально сегодня повезло, я очень рад. Глок. Это было очень здорово. Так, окей. И еще 2 ключа. Давайте просто подумаем. Ну, в принципе, 2 кейса, 2 ключа. Уж нечего терять, нечего выбирать. И еще один USP торг. Ну, мне кажется, вот эти сегодня все вещи, которые выпадали синие, они выпадали для того, чтобы в итоге мне выпало 2 хайпербиста. То есть все правильно. Ну и последний кейс. Нам выпадает Галил. Окей, давайте сейчас быстренько сделаем контракт. Из всего... О, боже мой, какой же ты красивый. Давайте сейчас мы быстренько сделаем контракт. Так, по коллекциям. Коллекции, коллекшн. И закидываем все эти галилы сюда. Нет. Так, не надо. Ну и блоки тоже, что хранить. Так, расписываемся. Вот таким вот образом. Вот так вот. Вот так я люблю расписываться. И смотрим, что... Хотя давайте быстренький контракт сделаем. Что тут ждать? Нигер, Old Mouth. Так... Еще вот эти сейчас закинем. По коллекциям. Так. Закидываем все это. Закидываем. Контракт. Так. Ну. F9 руби Poison Dart. Отлично. Неплохо. Сейчас, может, мы еще и с фиолетовым сделаем контракт. Да, у нас можно. Давайте сейчас посмотрим. Еще тут закинем. В принципе, у нас еще много вещей, что будет. Ну, еще можно, еще можно сделать 2 контракта с синими. Хотя у нас 30 вещей, можно 3, но по 0 уж синие не хочу тратить. Может, там какие-нибудь интересные все-таки есть. Так. Ну. Evil Daimyo. Я, честно, не знаю, как его перевели на русский. Но ладно. И давайте еще один сделаем. Так, коллекшн. Да что ж такое? Вкинем вот это. Еще вот это. Вот эти. И твист. Давайте мы это все вот так вот закрасим. Субмит. И еще один рубль Poison Dart. Хорошо. Так, и теперь мы сделаем контракт из фиолетовых. Давайте посмотрим. Так, коллекции. Что у нас здесь есть? Ну, во-первых, вот эти фамасы, пожалуйста, уберите их из моего инвентаря. Это просто ужасно. Негев. Все негевы давайте закинем. Нет. Так. Что у нас тут есть еще? В принципе, можно даже сделать 2 розовых фиолетовых контракта, потому что я ни одну из этих вещей не использую, поэтому... Можем сделать как? У нас здесь есть разные коллекции. Можем сделать, знаете, как давайте... давайте сделаем. Вот у нас тут 5 вещей из новой коллекции. Фэлшн или Фальшн. Не, мне больше Фэлшн нравится. Элит не звучит. Да, давайте мы их уберем. И теперь сюда положим, например, всякие разные коллекции. Например, вот это. И 10 жар. И у нас тут шанс 50/50. То есть, если нам... У нас шанс 50%, что нам выпадет что-то из новой коллекции. И шанс 50%, что нам выпадет что-то из других коллекций. А там уже проценты разные. Поэтому давайте мы это быстренько закрасим. Так. Я даже не знаю, что я хочу, чтобы не выпало. Даже не знаю. Давайте мы даже быстренько посмотрим. Ничего интересного.
Я даже не знаю, что я хочу, чтобы не выпало. Вообще не знаю. Ладно. Давайте мы это все быстренько опять же закрасим. Давай. Быстренько. Хоп. И давайте, хоп. Посмотрим. Что же нам выпадет? Надеюсь, что-то очень интересное. Ну же. Что-то там написалось. Ну, Redline, в принципе, мне кажется, это хорошо. Это неплохо. И теперь давайте сделаем следующий контракт. Ну, просто уже все закидываем. Тут что-то тоже похоже получится, вроде бы 50 на 50. Хотя нет, здесь все-таки больше вещей. Больше вещей из коллекции Fashion. Давайте мы даже вот так вот. Я бы, кстати, был бы рад, если бы не выпал вот этот вот MP7, который Nemesis, если не ошибаюсь, называется. Он вроде бы крутой. Если ничего не припутал. Да, это MP7. Да, да. Все правильно. Он круто выглядит. Прямо с завода было бы здорово. И нам выпадает... Да, друзья. Черт возьми. Прямо то, что я и хотел. Ну, мне кажется, он реально круто выглядит, поэтому он minimal wear. Прям даже сразу же меняемся. Да. Ну, и с ОП, наверное, тоже побегаем. Уберем пока Dragon Lore. И, в принципе, да, друзья. Что ж, вот такой вот у нас сегодня был контракт. Надеюсь, он вам понравился. Но мне, кстати, нужно еще две синих вещи, чтобы сделать эстетрек. Синий контракт. И, в принципе, да, вот такой вот у нас сегодня был, в принципе, очень классный выпуск, потому что нам выпали две АВП Hyper Beast, поэтому, да, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч!